Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоялась в Минске. Участие приняли президенты Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В соответствии с повесткой дня главы государств рассмотрели тенденции развития международной ситуации и меры по укреплению коллективной безопасности. В формате пленарного заседания обсуждался широкий круг вопросов, в том числе проекты различных деклараций и решений. Также озвучены итоги белорусского председательства ОДКБ. Важный акцент на экономической безопасности. Нынешний саммит юбилейный. Договор о коллективной безопасности был подписан ровно четверть века назад. Белорусский автозавод в этом году вдвое увеличил экспорт. Подписанный новый договор на поставку продукции за рубеж. В частности, 500 карьерных самосвалов отправятся в Украину. БелАЗ не только закрепился в тройке мировых лидеров производителей карьерной техники, но и значительно увеличил объемы экспорта. А это дополнительный заработок и инвестиции в развитие. Сейчас обновляют окрасочный цех. В планах и новые модели техники. Например, самосвал грузоподъемностью 560 тонн, который может стать новым мировым рекордсменом. Только в этом году продукция БелАЗа в холдинге 7 предприятий поставлялось в 28 стран. Открытый молодежный танцевальный батл, приуроченный ко Всемирному дню профилактики СПИДа, впервые прошел в Минске. На сцене шоу «Дэнс», «Крамп», «Джаз-фанк», «Модерн». Участники предпочитают современную хореографию. Каждый авторский стиль отличается синтезом техник. За гран-при танцоры состязались в различных номинациях, как творческими коллективами, так и сольно. Фестиваль объединил более полусотни танцоров и зрителей из всех вузов столицы.